Идеальный просто стык между ламинатом и плиточкой, да? Как же его делать, а? Закупаем мы плиточку и ламинатик. Плиточка у нас, как обычно, толще, чем ламинатик. Что мы делаем? Кладем плитку, потом мы заливаем всю комнату наливным полом и смотрим, как же ламинатик с плиточкой будет стыковаться или нет. Далее кладем подложку. Здесь вырезаем, чтобы не было подложки для клея. И вот таким вот церезитовским клеем мы клеим ламинат к полу. Ламинат же играть должен. Вот мы клеим на играющий клей, который будет играть. Поверхность обязательно грунтуется. И клей туда наделывается. И ламинатик туда хлоп кладем. Вот видите, как стык получается. Все, шерстяные носки поехали. Погоняли. Ха-ха-ха-ха.